Свыше 100 девчонок и мальчишек получили приглашение в кинотеатр имени Горького. Юные зрители увидели полнометражный мультфильм «Творцы снов». Бендеры и кинотеатр Горького. Мероприятия ко Дню защиты детей продолжаются. Сегодня здесь бесплатный сеанс. Пригласили малышей и школьников из многодетных семей и ребят, которых воспитывают без родителей. Семилетнего Олежку растят бабушка и дедушка. В кино малыш ходит нечасто. Сейчас очень рад, что будет смотреть кино на большом экране. Для детей подготовили яркий, красочный, увлекательный детский мультфильм «Творцы снов». По телевизору мало интересных мультиков, а вот в кинотеатре есть возможность хотя бы сегодня посмотреть такой хороший, интересный мультик. Это очень хорошо. Во-первых, не каждая семья может позволить себе ребенку привезти сюда билет. Ну и, естественно, ребенок что-то хочет, ту же водичку, тот же попкорн. Вот, ну, не многодетные семьи, допустим, очень тяжело. Ну и как кто на бабушке, на дедушке, тоже пенсионеры, тоже. Это очень хорошо. Спасибо большое. Многодетная семья «Поспех» пришла в кино почти в полном составе. В семье 14 детей, больше половины из них приемные. Пришли все младшие до 15 лет, от 7 до 15. Очень счастливы, рады. Утром проснулись, все нас будят с папой. Мама, давай быстрее, чтобы мы не опоздали, потому что такая возможность побыть все вместе в кинотеатре, посмотреть мультик, очень как бы нам приятно, радостно, неожиданно. Я была в кинотеатре в прошлом году, но сейчас я счастлива, что нам выпала такая возможность. Мы сегодня будем смотреть мультик и кушать попкорн. Сегодня, глядя на счастливые лица ребят, хочу искренне поблагодарить Семенова Сергея Николаевича за то, что поддержал инициативу государственной администрации и организовал бесплатный кинопоказ. Ведь День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей. Это и напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка. Мы хотим, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Более сотни ребят побывали сегодня на благотворительном киносеансе. Но мероприятия ко Дню защиты детей на этом не заканчиваются. В пятницу, 4 июня, праздник состоится в сквере Борисовский. С 10 до 6 вечера праздничную программу там организует депутат Верховного Совета Олег Петрик. А в субботу, 5 июня, детвору ждут на набережной. Покататься на каруселях можно будет бесплатно. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.